Беспроводные наушники Galaxy Buds были представлены впервые в феврале этого года. Довольно скоро выйдут новые смартфоны серии Galaxy S11, а вместе с ними и новые наушники Galaxy Buds Plus. Рендеров и слухов вокруг этой модели становится все больше, но суммарно их очень мало. Возможно, они получат Bluetooth версии 5.1, как и новые флагманы. Новая версия наушников получит активное шумоподавление, подобное модели Apple AirPods Pro. На текущий момент больше нет никакой информации о этой модели, кроме этого небольшого ролика. А вот Apple представил новое беспроводное зарядное устройство Apple Watch Charging Pad. Прелесть этого зарядника заключается в том, что заряжать часы мы можем напрямую от порта USB Type-C с вашего устройства. Это тот случай, когда нормальной обратной зарядки нам не подвезли. Заряжать часы мы будем на условной док-станции, назовем это так. Потому что коннектор зарядки больше, чем стандартный зарядник из коробки. Наличие разъема USB Type-C делает это устройство более универсальным. Естественно, это смотрится куда более приятно без длинного провода, когда часы будут заряжаться, например, от ноутбука. На этом фото смотрится особенно хорошо. Это зарядное устройство совместимо со всеми моделями Apple Watch и со всеми размерами моделей. Его стоимость удивительно невысокая. Всего $45.